Лондонцы хотят остаться в Евросоюзе. Предложение отделиться от Британии и самостоятельно вступить в блок набирает популярность. За 2 дня под соответствующей петицией в интернете подписи поставили почти 160 тысяч человек. Еще немного, 40 тысяч подписей, документ передадут на рассмотрение мэру города Садику Хану. Отмечу, что на референдуме большинство жителей столицы Британии проголосовали против Брексита. Однако в целом по стране победу с перевесом всего в 4% одержали евроскептики. А вот уже от Лондона хочет отделиться Шотландия. Новый опрос, который провели после референдума, показал, почти 60% шотландцев хотят покинуть Великобританию, а не ЕС. Такие данные публикует издание Sunday Post. При этом газета не указывает, сколько в целом респондентов было опрошено. В региональном Кабмине, впрочем, уже начали прорабатывать законодательную базу для проведения повторного плебисцита о независимости. Напомню, впервые он состоялся в сентябре 2014-го, тогда 55% шотландцев высказались за сохранение страны в Великобритании. Кроме того, в скором времени власти Эдинбурга обещают начать переговоры с Брюсселем. Но тем временем в Германии набирает обороты движение «Дегзит», то есть выход страны из ЕС. Идею поддерживает каждый третий немец. Такие данные публикует воскресная версия издания «Bild». В статье также говорится, более половины респондентов уверены, Евросоюз нуждается в реформах. О выходе из организации задумались и в Финляндии. Местные евроскептики начали сбор подписей о проведении плебисцита. Под документом уже подписались более 10 тысяч человек. Если петицию поддержат 50 тысяч, то в декабре следующего года в стране пройдет референдум.